Всем привет, с вами канал Артмания, и сегодня у нас видеообзор на подгузники трусики 365 дней. Отличная цена, круглый год. Это чисто лентовские, то есть магазин Лента, они продаются только там. У нас макси, четверка, 8-13 килограмм. Вся она не вмещается у меня. Так, вот тут, наверное, увидите 48 штук. Мягкие, удобные, эластичные по бокам. Дышащие, пропускают воздух. Быстро впитывают влагу, запирая ее внутри. Нет, никак она у меня не помещается. Вот, также здесь сбоку нарисовано, как они разрываются. То есть ребенок их одевает, как обычные трусики, и по бокам разрывает, когда они уже наполнятся. Так, рекомендуется менять 4-6 раз в день. Также тут срок годности 3 года. Так, ну, что-то написано, номер телефона. Почта, вот написано, о, Лента. С этой стороны вот они также все нарисованы. А вот куда выбрасывать, ну вот эти вот все значки. Как обычно, штрих-код. Вот. И все, да, адрес производителя. Ну и тут тоже вот что-то написано. Я думаю, вам видно. Да, видно, в принципе. Кому интересно, нажмите стоп, прочитайте. Вот также тут есть, я смотрю, полосочка, где разрывается. То есть полосочка разрыва с двух сторон, чтобы было потом удобно доставать памперсы. Вот такой вот подгузник памперс, вот подгузник трусик, трусики. Здесь есть штучка, это для, чтобы заклеить, когда вот он, его нужно будет выкинуть, чтобы он у вас не раскрылся, а такой штучкой заклеить, она как скотч. Вот здесь приятные такие рисунки нарисованы, маленькие оранжевые бегемотики, солнышко, какие-то деревца. Он довольно тоненький, как бы он, ну, на всю ночь ребенку хватает. Также здесь вот тянется, то есть на ножке любые толстенькие, пухленькие. Вот, и как раз здесь вот тоже эластичная, все тут тянется, и вот здесь как раз она разрывается вот по шву. Можно по шву, можно рядом, она рвется в любом случае. Вот, так, давайте его вывернем. Посмотрим с этой стороны. Ну, с этой стороны он просто обычный. Здесь, кстати, особо непонятно, где перед, где зад. Вот. Но я, чтобы ребенка не смущать, вот это делаю как бы зад. Потому что спереди он будет постоянно лезть, ему будет непонятно, что это такое. Будет пытаться оторвать. Поэтому я ее сзади. Вот. Такая она мягкая, приятная, тоненькая. Здесь, естественно, резиночка есть, которую обязательно надо поправлять. Вот. Здесь, кстати, особо следов не оставляет на коже. Как бы она очень нежная, очень мягенькая. То есть с этим все нормально. А, также не сказала, стоят они где-то 600 рублей за 48 штук. Ну, в принципе, нам нравится, нас устраивает. Мы практически с рождения вот, пользуемся вот этой вот маркой. Ну, когда ребенок родился только-только, у нас были запасы Хаггиса, Хаггис Люкс, что ли, что-то я там не помню, купленные по акции. Нам он очень нравился. Потом
подарили нам памперс фирмы. Мне не понравился. Он протекал. Не то, что даже протекало, вот именно летом оставались на попке. Вот он лежит, ребенок спит летом у меня. Со стороны попки были большие пятна какие-то. Это было некрасиво. Приходят гости посмотреть на ребенка. Он там переворачивается, а у него с этой стороны пятно большое. Как бы лето, жара и еще как-то. Мне не понравилось, я не смогла им пользоваться. И потом вот мы попробовали, купили вот эту. И нам понравилось, нам очень. Она прям подошла. Вот, я очень рада, что она есть. В принципе, недорого, удобно. Вот. Ребенок сейчас уже побольше немножко весит, но мы вмещаемся в эти памперсы. И, естественно, сейчас ребенок у меня привыкает к горшку. Мы одеваем только это на ночь, либо днем, когда он спит, либо на улицу. Вот. Чтоб не обсикался. Такие вот памперсы. Если будут у вас какие-то вопросы, обязательно пишите в комментариях. Я обязательно прочту, отвечу. Вот, всем спасибо за просмотр. С вами был канал Артмания. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии обязательно. Также смотрите наши другие ролики, наши влоги, как мы с сыночком живем, отдыхаем. Мои обзоры на продукты, продукты из фикс-прайса, из обыкновенных магазинов, из светофора вот скоро должны начаться. Вот, обзоры техники. Также пишите в комментариях, на что вы хотите обзор. Я обязательно рассмотрю ваше предложение и проведу. Вот. И всем пока-пока.